Понятно, что любовь бывает всякое разное, но если вот что такое, наверное, для меня, это, знаете, когда с одной стороны ты человека чувствуешь как себя самого, а с другой стороны ты не оскудевает интерес твой к нему, то есть он всегда может тебя удивить и заинтересовать его ответ в любой ситуации. То есть когда есть понимание, один вектор по жизни и, наверное, много разного внутри, что может, ну, как бы притягивать, да, человека одного к другому. Ну и уважение очень важно для меня.